Наш пресс-центр продолжает свою работу. Мы освещаем самое интересное на форуме Retail Tech. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Денис. Я представляю интернет-магазин Торнадо, город Пенза. Давайте чуть подробнее. Ваше отличие и интересная особенность. Наша интересная особенность, что мы единственный интернет-магазин на российском рынке, который зарабатывает. Вот это заявление. Достаточно громко, да, действительно, за счет отлаженных процессов логистики, потому что у нас свои курьеры, свои сборщики и полностью свой сервис, мы сократили стоимость сильно последней мили и поэтому можем позволить себе зарабатывать. Замечательно. Расскажите, пожалуйста, вы работаете только в Пензе? Какие планы? Да, действительно, наш проект из Пензы зародился в Пензе, мы работаем в Пензе. Весь предыдущий год мы искали партнеров, предлагали прям идеальные условия, подключили Оренбургскую область, но больше никого. И, собственно говоря, в этом году мы идем в три соседние области. Это Самарская, Саратовская и Ульяновская. 40 магазинов открываем. Будем заниматься доставкой там, покорять рынок. Причем, я напомню, это магазин, который зарабатывает. Да, действительно. Ну, мы планируем зарабатывать еще больше. Расскажите, пожалуйста, о каких-то ключевых особенностях, которые позволяют вам это делать, зарабатывать, да, кроме того, что у вас все свое, может быть, есть какой-то еще секрет? Ну, на самом деле, секретов нет, просто отличный сервис, хорошие качественные продукты, низкие цены, быстрая доставка. Попользуйтесь, понравится. Правильно ли я понял, что у нас на форуме вот этом вы находитесь, чтобы увидеть потенциальных партнеров, клиентов, рассказать о себе или просто набраться опыта у спикеров, которые уже занимаются этой темой? На самом деле и то мы в постоянном поиске партнеров находимся, очень хотим донести ценность своей технологии до наших коллег, но и понабраться опыта у них, потому что все-таки как бы мы не были, мы остаемся региональной сетью и мы хотим понабраться опыта у больших, крупных федеральных сетей, так и у других мелких сетей. И, да, ну, показать себя, потому что мы тоже что-то можем, что-то умеем, можем об этом рассказать. Замечательно, ждем вас в московском регионе. Я думаю, что если все настолько хорошо, значит, вас выбирают постоянно люди. Если они вас выбирают, значит, сервис, быстрота и цены замечательные. Поэтому welcome. Спасибо.